Каждый житель нашей страны может стать частичкой игр в Сочи. А кто-то может стать лицом Олимпиады и увидеть ее вживую. Все подробности у Светланы Матус. Представители компании «Мегафон» уверены, побывать на Олимпиаде в Сочи может любой тюменец. И главное, абсолютно бесплатно. Не верите? Тогда смотрите. Стать лицом Олимпиады очень просто. Для начала пройдем процедуру регистрации. Когда все поля заполнены, я получаю вот такую карточку. И вместе с ней ухожу в заветную будку. А теперь у меня есть 3 попытки. Эмоции на лице могут быть самые необычные, это не возбраняется. Но чемпионка Луиза Носкова предпочла подарить Олимпиаде свою знаменитую визитную карточку – улыбку. Конечно, это такой хороший проект, такой добрый, хороший проект. Таким способом поддержать наших спортсменов, которые будут участвовать в Олимпийских играх. Вот заряд такой, чтобы эмоции им передать, боевой настрой. После соблюдения всех условностей участник получает сообщение. В нем ссылка на свою персональную страницу на сайте Мегафона. Там во время прямого эфира можно будет увидеть более 170 тысяч лиц российских болельщиков, в том числе и себя. Место – павильон Мегафона в Олимпийском парке. Это интерактивная конструкция, аналогов которой в мире не существует. Это уникальная акция, идет по всей России, и Тюмень стала вторым городом на Урале, где она проходит. С 8 по 10 декабря мы ждем горожан, наших абонентов в салоне связи «Мегафон». Приходите, пройдите сканирование, ну и запишите себя в историю Олимпиады. Еще один сюрприз для жителей – розыгрыш 3 путевок в Сочи. В общем, благодаря «Мегафону» тюменцы смогут не только побывать на Олимпиаде в режиме онлайн, но и увидеть грандиозное событие своими глазами. Светлана Матус, Александр Изосимов, Сибинформбюро.